сьогодні відзначається День строкатих шарфів. З цього приводу ми запросили до нашої студії Тетяну Хільченко. Вона є модельєром та викладачкою Сьогоденського професійного ліцею. Доброго ранку. Вітаємо вас, Тетяна, у студії Донбас Слайд. Як бачите, Тетяна вже з антуражем, а ми ж поки без нього. Тому для початку пропоную взагалі розказати нам, я не знаю, історію шарфів, які вони зараз є. Ну, историю, извините, да, я не подготовила, но хотела остановиться сначала на том, что... холодно было, они путались, а то и вся какая история. Звичайно. Значит, ну, хотелось бы сначала остановиться вообще как бы на трикотаже, да, в прошлый раз, когда мы с вами встречались и говорили о моде на осень-зиму, мы вспоминали старый добрый трикотаж. И вот сейчас, конечно же, пришел для него звездный час, да, когда у нас закончилось теплое лето, закончилось даже уже и бабье лето, и наконец-то наступила золотая осень. На улице достаточно прохладно, в помещениях у нас еще прохладнее, да, как вы говорите, нам приходится тукаться, скутаться. Да, и поэтому, конечно же, слишком актуальны, да, очень актуален сейчас трикотаж. И идеально, если он будет не просто из акрила, а из шерсти, да, с добавлением хотя бы шерсти. Еще лучше, если это будет мериносик, альпака, потому что это будет мягенько, тепленько и очень-очень приятно. Ну и тоже хочу напомнить, что кроме носков, да, которые сейчас, конечно же, очень актуальны, свитеров. Конечно же, уже добавляются и платья, и, как мы в прошлый раз с вами говорили, костюмы, да, вплоть до того, что носят свитер и юбку вязаные, или свитер и брюки вязаные, сейчас тоже очень модно. Естественно, сейчас уже очень актуальны варежки, перчаточки, шапочки, ну и, конечно же, шарфики, да, ради которых мы сегодня здесь, в общем-то, с вами общаемся. Что касается шарфиков, они, конечно же, могут быть абсолютно из разных материалов, начиная от шифона и заканчивая грубой шерстью. Тоже, может быть, обращали внимание, сейчас очень актуальна очень крупная вязка, да, и даже вяжут не просто уже спицами, а руками, да, получаются вот такие вот огромные петли, очень такое объемное фактурное вязание. Вот, ну и почему, да, шарфики настолько актуальны, наверное, не только потому, что это тепло, это комфортно в холодное время года. Плюс это очень красиво. Во-первых, мы один шарфик, да, можем абсолютно по-разному завязывать каждый день. В теории можете не витрачатися, купить один шарф, и потом его каждый день по-разному завязывать, и все будут охать и ахать. Ну, в идеале, конечно, да, это если это будет не один шарф, а немножечко больше, но в любом случае шарф это дешевле и доступнее, чем свитер, верхняя одежда, да. Поэтому, меняя шарфики или платочки, то есть аксессуары, да, мы можем разнообразить свою повседневную жизнь. Вот. И опять-таки, да, если мы вернемся, допустим, к тем же шифоновым шарфам или парео, или из тонкого трикотажа, мы их очень легко можем использовать как летнюю одежду, да, как пляжную одежду, просто по городу пройтись. Вот. Ну и поскольку сейчас, конечно, уже похолоднее, то, конечно же, мы берем шарфы уже чаще, либо из трикотажного полотна, либо из какой-то ткани типа кашемира, то есть чтобы это было теплее, уютнее и, конечно же, комфортнее. Так, палантин це називають, так? Ось зараз дуже модно. Ну, палантин – це великий шарф, дуже, да, великий шарф, так, який можна, знаєте, і голову, якщо ви не полюбляєте шапочку, можна і голову прикрити, і там можна ще щось собі і намотати якусь красу. Так, так. І навіть із палантина навіть можна зробити подобие какой-то накидочки на себе. Не просто шарфик, не просто голову, но даже, да, даже ще і прикрити часть туловища, да, когда достаточно холодно на роботі. Окрім шарфів, часто густо використовують хусточка еще. Так, я прихватила сегодня и шарфики, и платочки, да, для того, чтобы показать, как мы можем ими пользоваться, как мы можем их завязывать и как мы можем разнообразить свой образ. Тож, как мы будем сегодня свой образ урізноманітнювати? Ну, значит, начинаем играться, да? Да, начинаем играться. Так, ну, начнем с самого маленького платочка, взяла вот обыкновенный шейный платочек. Очень маленький, да, ну, извините, конечно, с цветовыми гаммами не угадал. Ничего страшного, мы сегодня будем такие не дуже модные. Да, поскольку у нас все-таки импровизация, да, то есть мы складываем платочек вот так вот напополам, как косыночку, да. Вот, немножечко делаем его тоньше, ну и поскольку у нас платочек маленький, нам нужна изящная женская, да, тонкая шея. Ошейок с Микитой трешки, да, не подходит. И вот очень мне нравится вот нормально такой вот вариант, да, то есть одна минута, и у нас уже девушка стала более женственной, более романтичной, да, скажем так, с каким-то французским шиком. Да, вот видите, да, не только у меня такая мысль сразу, но сразу же и сама девушка почувствовала себя француженкой. А на мою такую скромную думку,
хустинка, вона трошечки додає віку, як ви вважаєте? Ну, можливо, да, то есть, ну, может быть, да, на свидание вы так и не пойдете, но если это будет собеседование, если это будет на экзамен, в офис, то вполне, да, так себе пришла такая серьезная девушка. Цепляешь эту хустинку. Ти ж можеш отак, оп, все, в тебе оп, мало. І вже так, бабуся Матріона. Хустинки може так вже і солоху зробити, але ні. Так, із хусточкою визначилася, це стильно, це красиво, і це додає трошечки офіціозу. А можна навпаки навіть романтики. Тут визначайтеся, да, як хочете, самотужки. Все ж таки є французьким шаром. Це із хустинкою. Далі. Так, далі. Ну, ізвініте, да, ще на один платочок на вас вже завіжу. Ой. Та душі нічого. Ні-ні. Так, це у нас більша хустка. Тепер у нас, да, платочок побольше, к сожалению, такого поплотнее зимнего, у меня такого хорошего платочка не нашлось. Да, в основном вот палантины, да, это шелк. Вот, теж то есть, складаємо, як і складали, да, першого разу. Теж складаємо, як казиночку. Ну, тому зараз молодіж достатньо много носить таких варіантів, особливо вот в клеточку вони, да, люблять такі. Арафатками они их называют. Ну, извините, у меня чуть-чуть уголочки съехали. А, так, це на пустельний манер. Да, в такую некрупную клеточку. Також строкатів клітинку, які в пустелях часто густо носять, аби себе якось уберегти від вітрів. То есть можна вот так вот, да, то есть такой же вариант можна і под жакет, под пальто. Вот, і іноді даже делают вот таким вот образом, вот этот вот узелочек ми виставляємо на верх. Да, и тоже вот такой вот у нас вариант получается. Це стильно. Навчайтеся всі, роздивляйтеся, і от я вже інша. Мені дуже подобається так, що за допомогою, в принципі, одного та самого шарфа, цієї хусточки, можна зробити різні образи. Взагалі по-різному. Це ми подивилися варіанти. Один був літній, ти взагалі на всі часи в теорії, якщо у приміщенні. А ось такий, ну, коли на вулиці, скажімо так, весна або починається осінь, якщо як зараз, то, шановні, давайте діставати щось більш тепленьке, бо щоб не застудитися. То есть, ну, такой же платочек, да, мы можем взять поплотнее и использовать его, естественно, осенью или зимой уже. Вот, ну, немножечко, наверное, на себе, да, еще поэкспериментирую. Вот тоже специально уже подготовилась к теме. То есть сейчас очень популярны так называемые снуды, да, и молодежь их любит, вот и так. Население постарше. Да, то есть прямоугольный кусочек ткани, сшитый в кольцо. Опять-таки очень легко надевается, надеваем, обматываем. Шея утеплена, да, аксесуар, в общем, так, платье. Хочу еще сказати, що таким аксесуаром можна не тільки зробити теплішу шию, можна зробити теплішу щоки, очі, голови. Серйозно, в мене є такий шарф, він трішки більше, він в'язаний, і я їм просто можу. Бо ці снуди так реально, якраз вони величезні бувають взимку. Я якраз к этому хотіла перейти, да, у мене снуд не із самих широких. Но если вдруг, да, очень сильный ветер и снуд этот пошире, то мы его просто набрасываем на голову, и уже, в общем-то, у нас ушки прикрыты, голова прикрыта, и нам еще теплее. Це для тих, хто не полюбляє шапку. Да, это для тех, кто не любит шапку, или опять-таки бывает такое, что с утра выходишь одна погода, да, потом поднимается ветер, и поэтому ты набросил, да, и тебе уже намного теплее, и ты себя комфортнее чувствуешь. Так, ну дальше наши мальчики, да? Так. Да. Рожевый Кирилл, давай. Почему с Кириллом? Так, а как мне добраться до вас? Мы сменяемся. Опа. Я таке, оп. Так. Кася, ну ты не заслуживаешься. Рада, напевно, нарешті син буде у шарфі ходити. Кстати, да, хотела обратить внимание, клеточка сейчас найактуальнейший принт. Да, мы можем сейчас клеточку с вами найти все, что угодно, в том числе и шарфы. Естественно, что если вы будете в пальто или в жакете в клетчатом, понятно, что тогда мы выберем уже однотонный шарфик. Но поскольку у нас модель сегодня в однотонной футболке, ему отлично подойдет шарф в клетку. Угу. То есть, опять-таки, можно просто вот, да, классически вариант. Берем шарф петлей, концы продеваем в петлю. Кстати, вот такой вот вариант называется парижский узел. Вау! Да, и опять-таки, если у нас шарф будет поплотнее, мы его более плотно сложим, то это будет достаточно строгий такой вот узел. Вот. А если шарф, да, пообъемнее, помягче, то видите, мы его так вот задрапируем. Ты мне одразу якого смельця художника. Все-таки образных. Тебе намалювати? Давай, малюй. Я тут нещодавно «Титанік» дивився. Тобі йде рожевий.
Ну, бачите, як гарно, що вгадали. Все, буду вражати. Ну, і, допустим, да, навіть, може бути, для кого-то це покажеться слишком обиденним, уже, да, слишком заезженим. Мені дуже подобається наступний варіант. Коли ми беремо з вами точно так же шар, складываем его пополам, делаем петлю, но потом один конец мы продеваем в эту петлю, вот эту вот петлю теперь перекручиваем и заправляем в эту петлю уже наш второй конец шарфика, да? То есть вот уже абсолютно по-другому смотрится, да. Помінялось у нас всього лиш два небольших движення. Тепер якось солідно. Так, тепер ти не митець, тепер ти якийсь бізнесмен. Політик. Тепер вже можна йти на бізнес-ланч в ресторан, да? Так. Кро, що ти сидиш? Іди, не встигнеш на бізнес-сніданок. Бізнес-ланч об 11. Я кажу бізнес-сніданок. Ні, дуже, дуже класно. Початку бізнес-сніданок. Так? Для Ленас, там кожу. Ні, мені подобається, скільки дуже ти можеш заробляти? Скільки взагалі методів? Ой, я вам даже не могу сказать, я так думаю, что огромнейшее количество будет правильный ответ. И можно еще и самотужки выгадывать, там что-то не так вдягнул, ой, нормально пішов так. Да, 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 каждый день, да, не угадал, забыл, как ты там видел на ком-то, по-своему придумал и тоже пошел. Хотя, вы знаете, останнім часом я спостерігала дуже-дуже багато в мережі роликів про те, там, як тисяча, знаєте, і один метод, як зав'язати шарф, і всі задоволені їх використовують. Ні, мені подобається, як, знаєш, одеський джентльмен. Оп, все. Все, і нормально. Теж дуже просто, але все одно якийсь шарм це додає, правильно? Або як у дитинці, знаєш, щоб отак ось, отак заправляти, щоб тут же був хрестик. І ще, раз ось так. І на руки зав'язати. І нормально буде. Круто. Ще у вас є варіант, більш, іще більш утеплений. Ну, да, він примерно може бути і такий же. Вот, ну, да, поскольку у нас все-таки більше моделей мужчин, то, в принципі, ну да, от видите, ви про одесита вже вспомнили, я как бы, ну, так тоже более класичні варіанти для мужчин уже, да, давайте мені тепер книги. Ну, давайте. Нас тут просто двоє. Хорошо, да, давайте. У вас душ почався, я бачу. Так, вона нам ще просто гостей намилює на завтра. У нас ж завтрашній ефір так само, як завжди, буде з гостем. Ні, повіжи собі, щоб всі були в хусточках. Тобто, вот, вот так вот, да, такий теж класичний, сразу у нас солідний мужчина. Да. Тоже, да, хотите мы да тить, хотите шо? Бізнесмен? Вашій мамі зять не нужен. Тобі йде, до речі, цей колір. От ти знаєш, якщо б ми з тобою, я от у Рожевому такий це митець, ти оце, оце письменник і художник. Ти кішечка на коліна, ти знаєш, я от просто митець-митець. Ти знаєш, Кирил Олексійович, а що ви робите завтра? Ні-ні, я собою являю тепер отаким. Знаєш, от прямо зараз роблю якісь там за іпотеку. Ескізи? Ні, він просто автограф ставить у банку за іпотеку. Взагалі то дуже гарно. Ну, или же, да, опять-таки, если нам очень холодно, если у нас там начинает уже болеть горло, да, мы чувствуем, что что-то не так и хочется больше утеплиться, то можно тогда узел сделать, вернее, петлю, да, вот эту притянуть поближе к горлу, к шее и завязать вот такой вот шарфик. Саме за шарфом і можна зрозуміти, яка людина носить шарф у якості аксесуару, а хто вдягає за призначенням, хто хворіє, від кого треба тікати або надягати маску захисну одразу. Просто мені дуже подобається. Аксесуар дуже модний, хлопці. От ви не носите, тепер будете. Ти рожевий, а ти блакитний. Це 100%. А ми ж хочемо порадити, давайте шарфи носити лише в якості аксесуарів, а не задля того, коли, ви знаєте, ми хворіємо, щоб втеплятися. Носимо як аксесуар, не хворіємо, лише для краси. І все одно втепляємося, бо вже холодно. Пані Тетяно, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Нагадую, з нами була студія Тетяна Кільченка, модельєр та викладачка Свердлинського професійного ліцею.